Ну что, народ, всем привет. Приветствую вас в продолжении по Half-Life в VR. Вот. Надеюсь, соскучились. Давай. Полезли вовнутрь. Тяни нас наверх. Я не знаю, я поигрался тут немного ковом. Не знаю, пока не попытался. Вот, надеюсь, стало лучше. И звук, короче, что тоже, надеюсь, получше будет. Улучшаем качество контента, как-никак. Вещь хорошая. Здорово, камера. Что-то у меня есть ощущение, что мы уже почти прошли этот Half-Life. Не факт, конечно. Я его проходил уже очень-очень-очень-очень давно. Может, даже практически тогда, когда он выходил только. Ебать, смотри, какая козябра ползет. Более жарки. Интересно, в Half-Life 3, если он выйдет, эти козябры будут? Не понял там у вас. Высоко, конечно. О, город. И там, смотрите. О, ну слушайте, мне казалось, он поменьше. Что-то они там намудрили, походу, с его размерами. Здорово, мужики. Как оно? Как служба? Отдай. Отдай моя гравипушка. Я заберу его. Не сопротивляйся. Бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Угу. Простите, Гордон. А как я тут лечу просто? Обитает метеорологический разум. Миры, растянутые на мембранах, где измерения пересекаются. Это невозможно описать. Но что я видел, блин, тоже не выразишь словами. Геноцид — неописуемое зло. Боже ты мой. Здоров. Так-так, это же Гордон Фримен. Это я. Что это? Моя гравипушка. Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Алья... Доктор Брин, Уоллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах, лишь одно — убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их? Ради чего? Илай, если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, ради одного из них? Алекс, милая. Папа. Гордон? Привет. Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее.
Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид, или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин. В худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее. Но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен. Это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь... Готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. А-а-а. Да. Охрана, сюда! Ну, уже поздно. Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Мосман, прости, пожалуйста. Вас. Твое время вышло. Нет. Центр, прошу поддержки. Быстрее! Так высвободи меня. Папа, держись. Дура! Осторожно, он Нет! хочет... Мне, походу, в окно выбросило, не? Схватил мою гайкушку. О, нет, не волнуйся обо мне, милая. Нет времени, Алекс, он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Мосман, Джудит, присмотри за отцом. Не волнуйся. Папа, я не прощаюсь. Ни за что. Давай, Гордон, пошли. Молодец. Сейчас я этим глобусом. Гордон, мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж. А я весь мир. Спасибо, что пришел со мной. А, глобус подъехал? Эй, послушай. Вот он. Вон он! Ладно, счет 7. Буш ждут. Поспешите, он почти догнал меня. Так, а что с управлением? Вот черт. Здорово. Ха. Черт, только не это! Эй, смотри, что он там оставил. Че, мою гавипушку оставил? Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? Он же у меня и шарахнул. О, Господи. Это реактор темного синтеза. Ой-ой. Он питает устройство квантовой телепортации. Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Сейчас остановим. Я не могу его выключить. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Есть. Быстрее в лифт. Я тебя впущу. Не забудь зарядить костюм. Так уже заряжен. Все, давай, мать. Держи глобус. Гордон. Но будь осторожен. Доктор Фримен, я
Я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может, я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного затмения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за чёрт? О нет, комбайны. Откуда они взялись? Фиг их знает. Эбайна, вы оттуда взялись? Комбайны? Ай-яй-яй. И мне, короче, этот день пулять, да? Комбайнёга. Хуяк. Давай ещё. Дедок, давайте становитесь. Признаться, не знаю, на что вы ещё можете рассчитывать, помимо своей гибели. Не слушай его, Гордон. Внезапно не исчезнешь. Оп. Давай, погнали. И чё, куда? Вперёд. Давай, ДПС-ка, полная. Мужик, подойди поближе. Мне, да? Я бы назвал это бессмысленным, доктор Фримен. А я бы не назвал бы. Иди, Гордон! Иду. Внимание! Вы все еще здесь, доктор Фримен? Это ненадолго, я полагаю. Ваше безграничное упорство достойно лучших целей. Так, ну поднимусь я туда, и чё? И сюда, наверное, да, дальше? Там на ухай не стоять. О, господи, портал открывается!
чё, куда? Портал? Надеюсь, вы со всеми попрощались. Мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть. Не, уже нету. Время, доктор Фриман. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Не поспоришь. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет опять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Что? Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. Давай, между тем и этим... Всё, пацаны, вы просто не хайфлайфич. Народ, короче, дальше этот предок не получилось мне записать, потому что, ну как там, короче, голоса его слышно не было. Что хотел сказать, пиздатая игра пройдена была достаточно долго. Сколько у нас там серий, по-моему, 20 получилось. В игре Half-Life. Вот, надеюсь, прохождение понравилось. И народ там подписывайтесь, лайки ставьте. На канале будут выходить еще другие видео по VR и не только. Вот. Всех люблю, целую. До встречи.